там, Да блин, ну, врашку они хотите, не а где? доставляют, Куда поэтому дели? я написал разрабам, они сказали, ну, мы посмотрим, что сможем, сделаем. Свежее Бози, ты мясо. понял, здесь Я Пинчма за очень тобой агрессивный стоял? плеер, смотрите. Мага, а что за агрессия в сторону Финнергота? Ничего я не знаю. У меня здесь Мага, я решил это вообще дополнить. Надо объявить первым Финнергота Мага, это вообще, я не знаю, что Мага, значит, подходит ко мне и к Фину, видит, что мы вместе стоим, убивает Фина и просто убегает. Я типа не даже... это было в этом хранилище? Да-да-да. Меня просто капнуло в электричестве кровище. Ну, короче, я понимаю, что у тебя фантазия сейчас бурно заиграла, но я бы такое не сделал. Поэтому, артист, давай ты отдыхаешь на этот выход. Слушайте, а вы когда вот голосуете человека, почему мне вправо скидывают? То есть я хотел файл не всегда лайк так бывает. Так, а в кого вы? Погодите, вы файл сказал что-то типа, я маф. Ребят, спасибо за игру. Я пошел спать. Этот, Финнергот, а все плохо зеленку слышат или только я? Она вообще молчит. Прибавь. Да в смысле, блядь, хорошие! Все нормально, мага. О, нашла, неужели? Ого! Охуеть, нарезали. Нарезали очень жестко, кстати. О, я два, нашел, только что был жив. Я нашла артиста, он лежит на камерах. И... Ага. Не знаю, короче, это, наверное, не... Ну, точнее, не наверное, Хуску это точно не Хуску. С артистом не убегал. Нет, Хуску с артистом убегал за электрики. Да, я они убегал в с ним, были, он пошел, они скачивали короче, данные. Он пошел, короче, нет, на в смысле, камеры. В какой админке они были? Они... Это было Хуску с последней пришел. Убегал с Мидбэя. Нет, это я выбегал с Мидбэя. А, тогда боти выгоняйте. Нет. Я готов. Размин с боти стоит, все нормально. У вас один трейтер, артист выгнал, выгнал трейтер, я готов идти с боти в размен, сначала опыт у меня. Просто сейчас, да, из Мидбэя. Чё, блядь, не знаю, все, боти, я, все. Я нашел тебя по маякам. Каким маякам? Я ничего не знаю. Я пробежал через правую часть, забежал, типа поставил... Нет, ты остался в электрике, винтанулся, блин, убил артиста и, блин... Да-да, Хускус в школе расскажешь. Я как мог. Я не знаю, как артист это заметил, но я был очень быстро. Бози, когда ты начинаешь меня вкидывать, я сразу готов уничтожить. Хускус, ничего, что ты хуйню сказал сейчас? Вот путь максимально выгнал. Я тебе нет, говорю, ну, выгнал, трейдер, правильно, сама путь суть хуйный. Важна, понимаешь? Не-не, ты придумываешь себе какие-то сказки. Не, а может извини, кто-то человек, почему за на. Этот день у меня 7 раз выпал трейдер, это вообще нормально? Слушайте, я вас не понимаю, почему, если человек, ну, говорит в трейдера, и какие-то аргументы у него странные, вы говорите, что он говно. Вот тоже непонятно, вообще не поймаю. Вы же трейтер, я вообще могу не, врать, я если просто вы... просто тупой, нормально, погнали.
А что там по стеночке ходим? У меня боти, да, что с ботей? У меня, короче, в хранилище лежит роботи, и хускус по стенке просто идет. А у меня наоборот, я короче, становится. Я сейчас с файвскиллом выхожу, ну, короче, он уходит справа, а у меня ботя по стене идет. Только ботя может. Стоп, нет, хорошо, ну у меня стоит ботя, короче, просто в текстуре, я такой подхожу к нему, он в текстуре стоит. Стой, ботя убили в хранилище? Да. Ну это может быть Финаргот, потому что Финаргот как раз... Лори, а ты после админки куда ушла? Наверх. Блин, с ума сошел? Я видела... Я последний раз ботя увидел там очень давно, он стоял на канистре. А ты бежал в сторону электрики, я побежал направо. Бэби-трах в оружейке. Я еще в навигации пересекся... Не, ну тоже побежал направо. Погодите, у меня вопрос, у меня сейчас вопрос другой. Зелень только что была где-то, я с ней пересекался. Смотрите, был в навигации я, VLS и кто-то еще. Потом я бегу налево, поднимаюсь наверх, мне спускается с астероидов сначала Изиван, потом Лори с зеленью. Вы сейчас репортите трупы и зелень? Не видела. Нет, не, я зелень не где-то Лори там бежала была. Я. А, ты бежал. Ну, да. Зелень я точно там видел. Да подождите, господи, дайте хоть что-нибудь сказать. Зелень убежала, когда я скачивала данные в оружейке, она бежала вниз, так что, скорее всего, да. Ее убили где-то в щитах. Я думаю, что это... Соответственно, тот, кто пробегал через щиты наверх, и мог сделать... Прикалываешься? Изиван, я ушел наверх, а вот если килл в щитах... Зелень убили где-то на щитах. Подождите, хускус. Ну ты, блядь, прикалываешься, на каких нахуй щитах, если туда VLS еще спустился и так далее. У нас тут с артистом произошло недопонимание. Ты в хранилище пришел откуда? Я пришел с электрики, мы вместе с магой зашли, я не знаю, куда он потом бежал. Просто ты со стороны админки у меня по стенке идешь. Нет, а я пришел именно с хранилища, смотрю, у меня ботя сверху, я смотрю, он в текстуре. Еще раз повторю, я заходил... Там был VLS, еще кто-то, Изиван пришел, потом Зелень, Лори и Бэби Трах. Я вас там оставил. Синего сняли, при мне Лори пырнул. Ну, а я его в прошлом раунде хотел еще снять. Ну, это все. Нет. Я сейчас... Я пока его кикаем на их. Пакуем его прямо сейчас, он прям при мне пырнул. Семь человек. Я не хочу пакуем. Мы не кикаем, я сейчас захожу. Ты можешь голосовать. Я поставил его. Если мы сейчас его прикикнем правильно, мы проиграем игру, потому что тоже нет. Что-то до этого вам 4 игры не мешало и голосовать на семерых? Нет, Бэби Трах, до этого мы голосовали. Нет, мы до этого голосовали на семерых, Алина, когда уже кого-то до этого кикнули. Ну, может быть. Не, мы часто кикали на семерых, просто... Чай не надо. Я просто в ахуе. Не кикаем на семерых, блядь. Я артиста реально не убивал того, он меня реально по стене ходил. Это не я убил, это Финн. Это я убил ботя в начале раунда. Надо было хаски за сразу кикать, я не понимаю, почему не голосовал, скипают все. Типа, с чем скипать на восьмерых, если есть инфа? На семерых. Да подождите. Так я тебе говорю, я тебе еще шут кинуть, у меня ботя ходит по стенам, я даже не видел никакого репорта. Изиван, ты вообще... Изиван, ты вообще говоришь полную фигню, потому что зелень я убил в самом верху у выхода со столовки. А ты говоришь, что я убил на щитах, а я туда не спускался даже потом. Это я сказала, что ты убил ее. Офигеть! Надо же! Из пяти
человек, которые там были, ты сказал, что это я. Вау, попал, молодец. Только аргументов ноль. Ребята, на позитиве все аргументировано. Ага, конечно. Мне нравится, что Хускус, что из Иван неправильно говорят, как сделан был килл. Ну, такие, ну ты же сделал. Ну, да, блядь, по факту же вообще-то. Ну, сделал. Зивана еще убили. А, Зивана убили, скорее всего, в электрике. Смотрите, прикол в том, что Зиван был находился в хранилище, извини, что перебиваю тебя, и артист побежал в его сторону, возможно, артист и есть трейдер. Так, нет. До конца игры красная была зелень. Девочки... Да, ВЛС и зелень. Да, я не знаю, 100%. Если Лори мир... До конца игры зелень, слышали? Да, хорош, хорош, хорош. Все ВЛС тоже. Смотрите, там меня подозревали. Я прибежал в электрику, как только выключилась связь, я увидел, что мага бежит со стороны электрика. Прибегаю в электрику, там стоит Боти, и там стоит Изиван. После чего я пришел на камеру, включилась уже, пока я бежал, включилась связь. Включил на камеру, я видел, как Финнергот бегает в навигации, туда-сюда бегает, в два чекает. Вот, ко мне закрыли меня в хранилище. Ой, закрыли меня в камерах, после чего ко мне в стенку стучался Ботя, пошел и зарепортил труп. Я в навигации во два не был, артист. Ну, ты с оружейки забежал во два, артист, потом побежал. Нет, я там вообще не был. Все, я понял, тогда я сдаюсь, сори. Артист, ты стоял на админке, когда сломали связь, ты дальше стоял. Че, зачем? Не знаю, ждал чуда какого-то. Не, артист, ну, проблема в том, что если бы я бил. Кстати, не ошибка. Артист, что? Если бы Финнергот говорит, если Финнергот, ну, ты говоришь правду, и Финнергот так делает, при этом отрицает, ты бы его, скорее всего, назвал трейтером. Так, FiveSkill вроде, FiveSkill сказал, что сейчас артист... В смысле, я с правой части корабля вообще не был, заходил только на связь. И там с магой пересекся. Подождите, а вы говорите про магию? Между артистом и Финном разноцвет какой-то. Да нет у нас разноцвета никакого. Мага. Чего, бля? Да я его не подозреваю. Мага не маф. Он на мафе говорит, что ты типа маф. У нас Алина, кажется, маф. Я с Бэйбитрахом достал FiveSkill. Говорит разноцвет у меня с артистом и мага второй трейтер. Кто там кому забегал? Мага маф, если я умру. Чего? Ты вообще слышала? Бля, жалко, что именно так, его убили. Смотрите, бежал я, Лори, Мага, и Зелень, и Алина. Смотри, Вилас, я так сделать никак не мог, потому что я забегал вторым. Труп в хранилище. Ты забегал вторым, я забегал первым, а этот труп лежит в хранилище в хвосте. Это кого и... Зелень? Кого Бэйби как расняла по прошлому зелень раунду? Зелень и меня. Зелень ВЛС красный до конца игры. Кто с вами еще бежал? Лори, ты говорила, еще мага? Лори и Зелень? Не, мага нет. Иначе бы Лори зарепортила, если они не двойка. Да. Короче, не, я не видела репорта. А куда ты побежал? Артист? А где артист был? На камерах. Я видел, как ты выбежал артист с админки. Артист на камерах был. Все. Это правда. Артист был на камерах. Я слушай, артист, а кто убегал? По камерам, да, там не видно. Артист, было. Кто убегал по камерам вниз в хранилище с нами? Ну, я не видел, я только видел, кто последний Финн. Я больше никого не видел. Только в этот момент стал, когда Финн вышел с админки, побежал вниз. Я не с админки вышел, а из столовой только единственное. Но ты, значит, у меня из-за угла ты в хранилище заходил. Это значит, мог быть и Финн в углу. Потому что это, ну, из центра хранилища. Я выходил сейчас с админки. Когда я выбегал и сверху артист, скажи, потому что там, скорее всего, по таймингам не получается. Ну, до репорта где-то... Ну, просто я в админке не был даже. Вот секунды три я видел, как он в хранилище. Артист, два раунда подряд говорит. Нет, до этого я магу перепутал. Думал, Финна красно, типа. Артист, все ок. Все ок, что ты хочешь?
Я выбегал сейчас из минки. Тихо, сынок. Я в артиста, в общем. Я скип. А, на семерых голосую. На семерых голосую. А мне пофиг, я за себя чисто голосую. Вы артист, решайте сами, для меня артист трейтер, а то вы потом меня сейчас зарежут, и вы будете думать, кого в разноцвет убирать. Я завещаю артиста. Я завещаю артиста. Кто второго артиста голосовал? Я скипал. Долго не нажимал. А мага стоял мага, и потом убежал. Ты пробежал, короче, сразу побежал, короче, кнопку, что ли, короче, нажимать? Короче, я объясню, почему я это сделал. Я это сделал на всякий случай, потому что они могли сделать до этого один килл. Могли, могли. Дверь, да. И потом опять прижать саботаж. Но я увидел, что Ори бежала, и при этом бежал еще артист Финаргот вдвоем. То есть, погодите, сверху кто-то не нажимал. Кто был сверху? Да это мага. Мага. Он обкакался просто... и убежал на кнопку. Все, да. Все, я убежал, чтобы не прожали второй раз, и мы не проиграли игру. Но я потом... Нафига ты почему-то в итоге нажал, хотя я видел. Знаете, в чем проблема? То есть, что у нас зелень ВОС два мирных игрока. Финарго только что бежали с артистами, и они друг друга не убили. Хотя у меня. Да, я был О2. Квест выполнил. Вот, Боти был О2. Финарго с артистом бежали рядом и друг друга не убили. Хотя они на изи могли сделать этот килл. И меня это было. Да как легко и вычислить было. А ты видел их, да? Нет. Чего? Так а что в итоге? Я все прослушал. Что мага там сказал? В смысле, тут просто методом скрипта. Да мага ничего не сказал, у нас мифы ноль. А, пукнул, понятно. Мага. Че, как мага? Шо? Алло. Бля, вы можете уже скипнуть, и мы продолжим. Либо в артисты голосуй. Лори, голосуй фэвскилла. Да, скип. Опять почему фэвскилла не голосую? Оставляю фэвскилла. Я проголосовал или не голосовал? Бля, боти, ты меня так заебал. Сейчас кнопку нажму, кликните, боти. Ты уже не нажмешь кнопку, дурачок. Ну я говорю, что нажмите кнопку. Мне пофиг, у меня зелень замазана до конца игры. Зелень. А где? Расстались. Чего? Че, репорт не жмем? В смысле? Я нажал. Че ты репорт не жмешь? Я пробежал, репорт. Забежал и выбежал. Короче, зелень. У нас убила... зелень не может. У нас и зелень не может быть. И я но не вы оба не можете быть. Но вы оба не можете быть. Она выбежала, я не увидела сначала тело. Она выбежала из админки. Я до сих пор не увидела тело. Я не выходила из админки. Я забежала в админку. Я, да, собралась выходить, потому что тело не видно. Я не знаю, где. Но я увидела, что у меня загорелся репорт. Короче... И нажала на репорт я. Я забежала только что. Ну, ты окей, ты терлась у админки и не нажимала нет, на нее. Я не терлась. Не, зелень по таймингу BLS. Не могла, она только что со мной ребят, была. Да, я была с Лори. Хорошо, ладно. Не у нас не зелень, не VLS. Где, кто-то кого-то еще кроет, Лори, фейскилл. Я на тебя сейчас буду за такой гнать. Где артист был? Ну вот у меня вопрос к артисту. В реакторе, потом на нижнем двигателе, и сейчас начал двигаться в электрику и прилетает репорт. Мага, ты видел его? Я никого бля, не вижу. Я не помню, где я. Фин, понимаешь? Послушайте внимательно, подождите, не голосуйте. У меня 40 секунд. Фин, у тебя за всю игру нет аргументов, по которым ты можешь проголосовать артиста. Ты просто вкидываешь, потому что изначально... Да потому что ты по остатку остаешься, понимаешь? У нас зелень... У нас зелень... У нас зелень ВЛС красные, понимаешь? Их завещала Бэби Трак во время даблкилла. А Лори и Файвскилл сейчас вместе были. Нет, у нас сейчас один килл, понимаешь? О боже. Проголосуйте Финаргота. Ой, блядь. Он говорит, я и зелень мирные, артист его маф, а Лори Файвскилл мирные. Ты, Фин, ты с артистом, вы двое. Конченый. Сказал, я и ВЛС. Конченый ВЛС.
Ты вообще понял, что я сказал, Велес? Я сказал, что у нас сейчас один килл его сделал артист, а второй между Лори и фейвскиллом, бля. Короче, у нас два трейтера, это и что артист, и Лори. Это почти 100% инфа. Ты что, правда, что ли? Да. Я и что голосовал в артиста. Велес, руина. Оскар в студии. Блять, а зачем она сейчас что-то говорит? Сосать люси, блять! Сюда нахуй! Артиста убили! Кто голосовал артиста? Свинаргот! Поканули! Сказал, артист единственный маф. Сказал, я и зелень красный. А кто был? Кто это был Лори, сейчас рядом? Это Лори, кто был Финаргот. Рядом? Это Лори, какой Лори и Финаргот? Лори и Финаргот сейчас бежали впереди всех. Можно, пожалуйста, кикнуть Лори, которая мне руинит киллы, блядь. И я просто один против троих останусь и попробую хоть что-нибудь. Все. Я, сука, тащу эту катку в соло. Дайте, блядь, пожалуйста. Попизди. Пожалуйста, дайте не меня, пожалуйста, ее, блядь. Не меня и ее, блядь. Дайте мне шанс. Я хочу шанс. Мне не дали даблкил сделать. Понимаете, у меня трейтер жмет кнопку раньше времени, блядь, ну сука. Трейтер жмет кнопку раньше времени. Мага, ты трейтер? Нет. Все. Там, на самом деле, в таких толпах нереально делать даблкил. Ну и ты моему второму трейтеру скажи. У тебя просто много больше опыта. Ежи. Блять, не дай бог сейчас убьет кого-то. Пожалуйста, не трогай, блять, никого. Пожалуйста, дай ему кнопку нажать, чтобы они кикнули Лори, и ты выиграла игру, зелень. А теперь рассказываю. Да Лори зачем, была с магой. У нас Лори осталось. Нет, Лори была зеленкой. Лори была зеленкой, правильно? Угу, а ты был со мной, мага. VLS. Да. У нас Лори последний. У нас два мафа, типа, камон. Два мафа у нас? Ой, два мафа. Ой. Ну, было Финн и Лори. Да не была я, он пиздит. Вы поставили в Лори? Пиздит. Кто он поставил в меня? Мага, ты в Лори поставил? А кто убил при всех артиста Финаргот? Да, наверное, Финн, да. Финн, кто же еще, господи? Я просто не видела, я впереди с ВЛСом бежала. Да, да, Лори бежала со мной. Или она меня не успела убить? Да какой убить? Бля, Вилас, ты либо трейтер, либо я не знаю. Ну, типа, да. Нет, слушай, короче, Мага, смотри. Я начал думать про труп-боти сейчас. Я начал думать про труп-боти. Ну ладно, может, его Финн сделал. Мы же не знали, где Финн, а он артист это пил. Ладно, я скипну. Вилас, я объясню. Смотри, что? Я не знаю, ты сейчас рофлишь или нет. Я не, ну, ты я что, прикалываешься? Давай уже закончим, да? Я спускаюсь к курьеру, я спускаюсь к курьеру. В четверых разве можно голосовать? Мы все побегаем. Ну, когда мы уверены, ну, по крайней мере, я уверен. А в чем вы уверены? Нет, у нас же по инфе мирного, ну, зелени, типа... ты не можешь быть трейдером. Да нет, нету такой инфы, у меня есть инфа, только ты свет чинил. Я уже не знаю, как ни Лори, ни зелень. Зелень не репортила труп при мне специально. Я не репортила труп, ты господи, мне это не я сказала, зелень. Я как увидела кнопку все, репорт, короче, я сразу зарепортила. Я не понимаю, ты либо сейчас реально маф, либо я не понимаю. Тогда у нас два мафа, я с Лори, я Финна выгнал, все, я не маф. Я объясняю. Все, ты объяснить. Вместо Лори маф. Значит, в тебя получается голосовать? Я вместо Лори маф поставил руку если, в Лори. Ну, ты тоже призналась. Это либо ты, я... Чего?
Хорош. Ну, нечестная катка. Я просто была стоять. Нечестная катка. Делаем килл, я не... Почему нечестная катка? Ну, потому что рейдскилл ушел, просто АФК стоял. А ты реально не испортил, потому что ты мафом была? Нет, я не... Нет, я просто... Он предупредил ВЛСа. Я не увидела. Да не, ну это бездарно просто играть. У вас просто... У вас просто... с мафом. Если что, сказала, что я маф, не проголосовал в лоре. Это признаться, значит. Это суть в том... Я не проголосовал. Вы слушаете завещание Бэби Трах. У нее нормальное завещание было, просто обе килла я сделал. Не было даблкилла в первом раунде. Она не убивала, реально не убивала. Но ведь раунд-то долгий был. Но она на трупе для меня спалилась. Пожалуйста, зелень, такие киллы больше не надо делать. Там дофига возможностей, чтобы один остался где-то, другого подрезать и прочее. Сорян, ну я не знала, ладно, хорошо. Сейчас все по КД жмут кнопку репорт, это невозможно такие киллы сделать. Я поняла, все, я поняла. Так лучше в самом реакторе уже делать килл там. Я просто думала, что получится. Вижен дальше. Мага предупреждал, что он уйдет АФК, он бы все равно бы дальше бы топил бы лори. А меня через одну заменят, найдешь кого-нибудь? Фин, я не жму, да. КД кнопку репорт. Давайте я то на этой сыграем, я уже сделаю на... Ты в космос, типа, КД. Полюс. Алло. Хорошо, спасибо. Да, и пожалуйста, пожалуйста, Алина, ну, типа, не пали меня трейтером, да, пока еще игра не закончилась. Хорошо. Она такая, Оскар и Фину, а мы остались типа 4 на 2, еще не факт, что меня все считают рейтером. Ну понятно, что если бы... Ну, если откровенно, тебя спалила не я. Угу. А зелень, который убил артиста. Хаскис убил. Согласен. Чего? Кого я убил? Там дабл. Ты пришел с левой стороны, зашел в электрику, и я выбегаю оттуда, и там лежит труп. Ну и что? Ты не можешь понять, что там тоже кто-то пробегал еще? Мог там пробежать. Ну, у нас закрыли с тобой в электрике, человек пробежал, убил. Давай просто берем инфу. В электрике стоит кто? Я и Ботя. Ты и Ботя. Ну, был Финн изначально, Финн, Ботя были, я прибежала. Да. Я пока скачивала данные, я не знаю, там если двери закрывались, то Ботя не успел бы. Если это, Ботя мог бы успеть. Нет, да, я админке не успел, потому что ко мне из Иван Хуску забегали. На админке Хуску, стоит Хуску зашел с левой стороны, я зашел с ну, левой. Ну, я зашел, там никакого хорошо, трупа не было. Где находится Бэби Трах, артист? Я в столовке сейчас. Артист. В столовке, столовке. Фэпскилл вкусный. Мага, ты где? Мне трудно говорить. Нижним левом двигателе закрыты. Я в навигации была. Не, вот подминки. Зелень, подминки, да. Стоял, видел, что это не было навигации. Бля, короче, это либо я мага, либо Хускус по инфе, потому говорит, что погодите. Тот труп находится в коридорчике между левым и нижним двигателем Ботя, и ты электрикой. Ты что ли пиздишь на меня? Не, ну я реально, когда... Сергей Бараняк, я здесь мирный, но как бы ну, я скипну. Ну, это было тупо забегать. Так там реально там не было трупов, я просто забежал, ребят, посмотрел, есть ли трупы в электрике. Нет, чел, раз ты скипаешь, я голосую в тебя, потому что логично было бы свалить так все у нас нормально. Даже нет... В смысле? Я тебе объясняю, что это пробегал, там не было трупов, я пробегал, там не было трупов. Мага в левом нижнем электрику. Двигателе, какой скип, блядь, о каком скипе речь? Можно магу. Так я же не знаю, где труп. Ну у нас два скипа. Ты сказал, я сказал что только скип. Что. Я сказал только что. Как раз были и трейтеры. Ситуация-то печальная. Так, дамы и господа, еще раз напомню про розыгрыш 3 пар крутых беспроводных наушников. Восклицательный знак халява. Там принять участие меньше минуты займет. А, во-вторых, до сих пор жду бупсы в директе в инстаграме, потому что что-то пока не увидел. Можно в Телеграме секретным чатом, где нельзя сохранять, скриншотить и могу прочее. Могу разменять? У меня есть важная инфа. Он сам кнопку. Да. Я скипал. Кстати, а что, не сработало? У меня есть важная инфа. А кто еще? Ладно, окей, кто еще скипал? И Хускус он же стал. Не, ну это рофл. Типа, предлагать скипнуть. Ну ладно, давай скипнем. Не, давайте. Не, ну мы в фэфскилл давайте. На негативе сразу видно. Да не, без негатива. А кто-то все-таки въехал просто. Я голосовал. А кто второй? Ну я и Сева. Скилл, маф.
Так, я сейчас подойду. Блин, нормально сегодня сабок налетело, благодаря инфлюенсу. Красиво. А куда тебе удобнее нюдисы кидать? А это куда-то. Сейчас. Где? У меня еда проходит секунду. Приятного аппетита. Приятно. Спасибо. Приятно. Спасибо. Это на реакторе. Но это не боть, а не зеленка. Почему? Они были справа со мной. Я в навигации. Зелен, потому что вы втроем навигация, правильно? Да. И не я, получается, я в хранилище. Кстати, Зиван прибежал со стороны реактора, так что, возможно, Хускус не был. Ой, давай, блядь, расскажешь. Мы с ним вместе пошли вот в хранилище, от стола шли в хранилище, я зашел в электрику, делаю тут квесты. А, тогда это Мага не пошел Зиван. В двигатель, я голосую Магу. Ну тогда еще это Ботя остается раунде. Или сам репорт? Блядь, Бэйби Драк, Ботя был с нами. Блядь, слушай, да, научись, Ботя, пожалуйста, блядь, пожалуйста. Ну, просьба. Можно тоже хотел в него входить, что ли? Я без негатива. Мы должны его говорить, что я Ботя... В Магу проголосуйте, разменяем его по прошлому раунду вместе с Хаскизом. А вы уверены, что у нас один трейтер? Я да. Я не уверен ни в чем. Я уверен, что Лори Зелен не делали магу, этот но, скорее всего, один. Не, я уверен, что у нас один трейдер. Потому что ты второй? Сори, Хускус, сори. А ты извинялся. Ну, Бороняк, ты вообще, ты играешь в одну версию, нет, когда там могут реально, там у нас не было... Я сказал, мы тебе разменим. У нас, какая понимаешь, версия? У нас нету инфы. Хорошо, хорошо, смотри, у нас нету человека на админке, люди могут сказать, где они, в любой вообще позиции, так. И типа, ты ничего не сделаешь, потому что у нас нет инфы с админки. Ходишь, ну да? и чё? Да, Фин, я пошел. Фин, давай на поле. А что, может вообще никого не кикать? Да, идем на поле. И ты играешь в одну версию просто, и типа ты можешь... Я играю в версию размена. Скинпатчи зайдет. Погодите, а почему у нас... Слишком легко будет. Нет, Хаски, ты не прав. Я сразу сказал, что мы... Нет, ну, знаешь, почему я захотел... Сначала я думал, типа, может скипнуть, либо могу проголосовать. Но после того, как ты говоришь, давайте скипнем... Ну, ты сам подумал скипнуть. Я тоже подумал скипнуть. Ты мирный, я подумал скипнуть. Точнее, я ошибся. Я даже не думал скипать. Я хотел кикнуть либо тебя, либо магу, а ты предложил скипнуть. А, ты теперь даже не думал скипать, да? Ну, не цепляйся за слова, я просто сейчас вспомнил, что я даже не думал про скип, я конечно. Хотел кого-то кикнуть из вас. Но тебе только бы кого-нибудь сегодня кикнуть. Мага был в ближнем двигателе, а кстати, ты был надо в электрике. Обнулить некого было убивать. Ну, а если трейтер мог убить через винты? Там же есть винты через реакторе. Я убил, и я видел своим виженом трейтера. Я видел, как виженом трейтера мага пробегает там с хранилища и убегает спокойно, не репортит труп. Ну и чё? Ну ты понимаешь, ты играешь в одну версию. Так какая одна? Версия размена, либо ты, либо Мага, не зашел. Ну ты не играешь, не рассматриваешь версию винтов. Там же есть винты в нижнем двигателе. Какие винты? Винты в нижнем двигателе. Блять. Нет, только UFC. Так, хватит, неси хуйню, пожалуйста. А то сейчас котик проснется. А то котик проснется. А он будет орать. Труп лежит на входе в лабораторию со стороны ямки. Это не Бэйби Трекс. Да, и не да, зелень. Это не сама реп, я могу сказать. Первый все почему? Верно, потому что я... Наигрался. Кто, куда, кто, где. Встретились это почти. Это на лоре, кстати. Да. Изиван починил. Типа, это Изиван мирный. Угу. Не, Изиван любит вставать на префайр там обычно на электрику. Кто был в электрике? Может, я даже будучи трейтером. Пересчитаться. Труп по секунд 6 примерно. Ну, примерно.
Финн, ты где? Я в оружейке. То есть он был сделан по КД. Понял. Получил инфу, Изиван. Блин, ну ты пересчитаться, кто где, в чем проблема? Я на лайфхайнах. Я в электрике. Давай, Изиван. Я Финаргота, если. Да. Финаргота голосую. Ага. А Финаргота можно? Я даже не буду, я не буду даже в ответ в Изивана уезжать, я скипну просто. А, Финаргот, мы уже с Магой в Изивана проголосовали. Я это и слышал, поэтому я не хочу в него голосовать. Ты сказал, что трупу секунд 6, я тоже могу сказать все, что угодно. Ты мог спокойно побежать в сторону лабы, убить Кенпачи и побежать на лайфхак. Двери закрыты были. А, кстати, если что, я в кишке. О, вы что, ёбнулись? Чё, охуели, а кто проголосовал Финна? Ну, понял, Изиван, блядь. Изиван, захотел бы сейчас тебя проголосовал бы, ты бы отлетел бы нафиг. Понял, так, Изиван? Так вообще-то ты бы отлетел. Так у вас бы было бы поровну. Мы выгоняем Финна. Стоп, бэби. За что? Почему? Стоп. Ну-ка, давай, ботя. Объясняй ситуацию. Five skill стоит АФК на лайфлайн. О, не на лайфлайн. На этом, на сканере. А мы с Лори забегаем в очистительном. У нас еще бегает Финн. Ну и, скорее всего, Five skill умер на сканере. А, cool story. Почему я на сканере никого прикольно не видел? Зиван, а кого ты нашел? Прикольная доебка боти. Блядь, дайте скажу. Я в начале раунда пришел в лабу, встал на телескоп, ко мне подошел боти. После этого я ушел в исследовательскую, сделал там пу-пу-пу и вернулся обратно. Вниз спускалась Лори и боти. Я никого в лабе больше не нашел, так что держи в курсе. Зиван, мы вместе с ней зашли в админку. Она пошла на лайфлайн, и я пошел в саму админку на стол. После чего она куда-то ушла, наверное, я не знаю. Поэтому ты сейчас где? Ты сейчас где? На админке самой. Понял. Она лежит. Я просто вас видел, как вы заходили. Пока. Ну, я жру, мы зашли вместе, она пошла на лайфлайн. А Узи и Боти, кто второй маф? Зелень, что? Ты где чего? Была весь раунд? Кстати, вот очень странно, то, что. Я была по левой, получается, части. Я там сделала перекачку данных сверху. Для меня это получается вот либо зелень артист, либо зелень Изиван. Но просто в Изивана было два голоса. Не, я не могу перекачку. А где в левой части ты искала? Где? Надо там, где камеры, там вот в этом коридорчике, там перекачка, да? Хорошо, потом куда ты пришла? Под... А где ты сейчас? Ты в конце туда пришла! Поэтому я говорю, в зелень голосую. Я в зелень. Это не же... Блядь, ой, вы такие хотя... умные. Хотя? А, понятно. Что это в итоге маф-то? Ну, Финаргот с кем-то. Да, боти, это я. Я мирный, изи. Блядь, ну после того, как Финн сказал, что в зелень, типа... А кто скипнул? Да вы уже все равно шестерки. Пососали. Потому что мы все равно всрали. Ну, типа. Дайте шанс, трейтеры. Так они в тебя зелень вкидывают. Это просто подвеска, собери кого-то. Даю, иди чини нахуй. Давай, пошел, блядь. Быстро починил нахуй мою капсулу. Давай, блядь, тварь, давай. Кстати, если что, меня убивают прямо на столе на админке. Бэби Трах видит труп, она не подходит к админке, прочекать, кто где находится, посмотреть трупы. В смысле, я подошла... А, я на лайфлайнах увидела труп. Ладно, хорошо, у меня вопрос к вам, к остальным, блин. Я вам называю 200% красных игроков. Вы находитесь в электрике кучи, вы не можете пересчитаться, в чем ваша проблема. Это у тебя просто странная инфа. Ты приходишь с правой стороны, не идешь чинить с нами, с Бэби Трахом, электрику, и ты сверху идешь
к это, к щитку. На позицию, на позицию. Ты это кому говоришь, Изиван? Ой, я перепутал тебя. Лори, извиняюсь. Это я ты серьезно не видела фейвскиллы? Да. Сейчас я понимаю, синий чел стоит. Я с Кадимус. Мы все синий. Меди с Кадимус. Да. Самое я не видела сама, я, может, первая туда пробежала. Я духом прилетаю в Кану, смотрю, куда там боди с... Так я все сверху оббегала, искала людей, я пиксельнулась. Лори. Мы стоим с фейвскиллом друг в друге, ты прибегаешь, забегаешь, смотришь, убегаешь. А, я никого из вас не увидел. Понятно. Бывает. Я говорю, более веселую инфу, я говорю, я в духе подлетаю к скану, у меня там тоже есть скан, смотрю, там мага с боти стоят, нифига не делают. Я только думаю, ну кто-то из них, наверное, сканится. Прожимаю скан, и начинаю сканиться я. Ошибись, вы там оба стоите. Я стоял, чекал человека, Финн его убил потом. Что, Кинбачи, тебя разве не первым убили? Я еще Хуску заубил на админке. Винтанулся туда, а потом оттуда зашел в исследовательскую. Ни хрена себе! Умри нахуй. Без негатива, если что. Знаете? Ну, знаете, Хускус... Знаем, что ты... Я не ценю жизнь. Ребят, Хускус артист до конца игры мирная. Хорошо. А я думал, ты хочешь меня кинуть сейчас. Нет. А я думал, ты хочешь сказать то, что Финн говорит Умрину. И это он его убил. Я бы Финна сейчас выгонялся и бежал от трупа. Я в тот... От какого я трупа нахуй бежал? От зелени. Ну, труп прям на капсуле. Чей? Красный. Ну, только я вообще не поднимался на капсулах, я стоял на камерах в момент, когда Зелень сказала эту фразу, и как раз-таки видел на камерах тебя, Хускуза и артиста. Поэтому я согласен, что вы красные для меня до конца игры. А где мы были на камерах? Вы где-то у офиса тусовались, я не помню где. По-моему, у Лавы это или правда. Что-то типа того. Ну, суть окей, в том, хорошо. Что если это не вы и не я, который был на камерах, у меня кто-то рядом с камерами тоже был, я не помню, кто-то пробегал, если мне не изменяет память. Тебя видел, ты бежал из лабы потом. У нас остается Изван, Лори, Бэби Трах, Кинпачи, там два мафа, и я думаю, можно Кинпачи? Сергея Бароняка смело выгонять. Я бежал из лабы. Держу в курсе, кто починил электричество? Дядя, блядь, Серега. А кто бежал из лабы? Я выбегал из лабы. Я забежал, увидел тебя и артиста, и выбежал. В момент, когда было 2 килла, смотрите, в момент, когда было 2 килла, артист выбегал из лабы, из офиса, а Хуску стоял на температуре справа. Артист, а ты прибежал, артист, я сказал, нет, на капсуле, ну, да. Красная капсуля. Давайте скип, наверное. Я в Кинпачи. Я тебе Лори. Ну, Сергей Бароняк такой себе. Я сижу просто, думаю, что... Посадочные, откуда мы выходим в начале игры? Схуяли. Кися, мне кажется, что нас сейчас с тобой убьют. Батя, понял, я тебя кикаю. Бля, мага. Кинпачи вывели. Что случилось? Можно? Смотрите, стою... Давай, рассказывай. Стою на админке, вижу двух человек в лабе и предполагаю, что убийца может сейчас убить и винтануться ко мне на админку. Я специально в угол комнаты встал. И хопа, тут же
появляется человек, подходит к столу, это Кенпачи. Я прихожу в лабу, на скане валяется труп Боти. Классная инфа, только не то, что я из электрики прибежал. Кто верхним душе? Я. Ну вообще, да, я Кенпачи видела. Я делала и раскладывала. Но потом его не было, по на электрике же. Я из электрики побежал на админ. Он в конце пришел, потому что когда я починил электричество, его там не было. Угу. А он из ямки выпрыгнул, или он просто появился? Нет, он меня смотрите, вообще не видел. Смотрите, когда из Иван починил электричество, там были бы бедра кускус, я после чего с электричеством просто напрямую... Вообще-то электричество починила я, неважно, не Иван. Неважно, я побежал... Важно. Я побежал, ну, с ладно, неважно, мы вместе починили. Я побежал с электрики просто по улице в лабораторию, мне навстречу Кенпачи хорошо, не кто, приходил. Кто сейчас где находится? Ну я пробегал с Сергеем Бараняком, он не делал этот килл. Да подожди, в данный момент кто где находится? Я сейчас на входе в мед. Мы на входе в мед, хорошо. Алина где? Я ж только что сказала, я не успела включить камеру, я починила свет на камеру и встала. Хорошо, Лори в верхнем душе, артист, ты где? Я в лабе. В лабе. Я в лабе, я ушел, я сказал, я с электрики по улице побежал в лабораторию. Да не-не-не, я видел артиста, он на ракетке был, мы скипаем. Либо Кенпачи, я скипаю. Какой фин, боже мой. У нас, типа, скорее всего, Кенпачи, потому что Хуску скроет из Ивана. Смотрите, это либо Кенпачи, либо Лори, потому что Лори была в верхнем душе. Можешь побегать со мной. Ну, я выходила. Кенпачи, Лори, 100% на один трейдер, запомните мои слова. Можешь побегать со мной. Я лучше с Лори побегаю. Ну все, Кенпачи. Бэби, это Бэби. Нет, это подрезала Кенпачи. Я, видимо, нет, с Лори, они хотели даблкилл. Нет, сейчас сделать меня и Фина. Стояли, нет, мы с Лори стояли в оружейке, Фин бегал вместе с Лори. Это Бэби и Лори. Нет, это Кенпачи. Подождите. Изи-Ван руина просто. Артист. Мы с тобой бегал... самые красные игроки. А что думаешь? Два трейдера. Фин Бэби, бегал Трак и Лори. Голосуйте вы в Фин меня. Изи-Ван уже в меня. Мы Изи-Ван уже в меня проголосовал. Метеориты. Он во всю игру уже так, отдал. Может быть, хватит, Лори? Тут уже не нужны аргументы. Нет, я бы увидела. Мы стояли пиксель в пиксель с Лори. Да, мы стреляли по кометам. Изи-Ван, ты с Кенпачика проголосовал, да? И Фин, да. И уже Фин не важно. Следил Изи-Ван за нами. Уже выходим... слил игру, проголосовав меня. Два трейтера, проголосуйте меня, и все. Мы выходим, поделите... и... Ну это получается Лори Бэби Трак. В смысле не важно, вы можете поделить голоса. У нас один трейтер. Да даже поделят. Ну я не знаю. В смысле не важно, взяли, поделили голоса, артист пусть сделает даблкилл. Там потому что не хочет слушать так человек. А ты сам, так ты за себя можешь решить, а не артиста слушать? Я решил, я им сказал двух трейдеров. Да я не про тебя говорю, я говорю Хускузу. Я решил, пускай артист решит. И никого не смутило, да, то, что мне Кенпачи говорит, можешь за мной побегать, но я решил бегать за Лори. Все это видели, что я бегал чисто за ней. А потом я вдруг труп. Наверное, это был Кенпачи. Ну вообще, на самом деле, нельзя же договариваться, типа, бегать вместе. А так никто не договаривался. Ну, я договариваюсь, я ему предложил. Я ж не стал бегать. Короче, Изи-Ван виноват. Изи-Ван виноват. Я думала изначально две самые пугливые трейдерши. Да, я тоже так подумала. У меня до этого не было инфы никакой. Все, Изи-Ван, поиграл одну версию, да, Изи-Ван? Поэтому да, я тебе не верю. Тебя повкидывают и начинаешь меня гнать вообще без оснований. Короче, ребята, у меня, естественно, нет инфы, я не могу ничего Пайпа. Сказать. А ты на вкид реагируешь, думала, и топишь репорт... до конца, как баран. А это килл меня был. Я чуть не проговорилась, да, что это да, Бэйби. Это а мой файвскилл что-то кричал. Я вообще проскипил, кого выгнали? Нельзя же тебя сразу... Мирных выгнали. Всех выгнали, мирных, да. Нет, там, когда... Боти, главное, когда был даблкилл, ты говоришь, что я стою на ракетке, там делаю, да. Они про это уже забыли. Да похуй, я там я сказал, артист Хускус мирный. Да, блядь, Изи-Ван, закройся. Вот кикает ты меня. Изи-Ван, ты понимаешь, вот ты вот играешь опять по одной версии, что Кенпачи и Финарго там один маф, в итоге ты сыграл по этой версии и проиграл.
Я Майнкрафт на 1.6. Тебя вот жизнь проучила, Сергей Баранин. Я Наргот уверил. Да не первый раз получил это. Говорят, что человек не учится на своих ошибках даже. Но мне больше, я больше склонялся к тому, что... Кенпачи больше говорил даже, чем Лори. Лори вообще все игры молчала, мне кажется. Я не молчала, я говорила, что я в верхнем душе. А, ну не, ну... Ребята, у нас просто интересный контент. Вот закрытая школа. Фин, я после этой катки уйду. Ты возьмешь там ящера за замену? Угу. Фу, не успел, блять, нахуй, успел! Ой, как же я успел, как же я, блин, как будто, как говорил ВЛС, это, гороха нажрался. Кенпачи из ямки выпрыгнул, хотел меня убить в админке. Ух, иди сюда. По ямкам прыгать. Чтобы Финн сейчас не сказал после такой подачи, я бы проголосовал вообще точно. Бля, поверь, Финн, вот реально красный. Ну поверьте ему, поверьте. Окей, я ухожу трейдером. Просто мы с Кенпачи в таких ситуациях уже раз пять были. Он всегда меня резал, я никогда не успевал добежать. У нас уже гидро завыводили при 10. Аж голос дрогнул. Я ушел трейдером. Трейдеры, не торопитесь, по одному делайте киллы. Все нормально. Я не буду. Я ушел трейдером, трейдер. Серёнь. Иди сюда, Серёнь. Иду брать. Подыграй мне. Давай. Подыграй. Подыграл. Зеленький. Ребят, Финн споткнулся. Ебать, Финн подыграл. Нет, Серёнь, в другую сторону, блядь. Зелень не била. Чё? Да, да. Нет, ну смотрите, мы била, шли согласен. С магой. Шли с магой, короче, на камеру. Зелень никого не убивал, Зелень сейчас в ракете. Можете сказать, где труп? Да фейфсил второй трейдер кемпатчика, он решил сдаться. Ну чё вам не понять-то, блядь? Я говорю. Тинька, я в Зелень проголосовал. Зелень. А чё произошло? Да я вообще ничего не поняла. Ну мы проголосуй, с магой идем на камеры, там лежит Финн. А кто скипал? А кто втроем в меня? А кто реально додумался скипнуть? Я из Иван. Я скипнула, потому что я нихера не поняла. Кенпачи, а че у нас трейдеры? Ты же за мирным ушел. Ты же за мирным. Я поняла. Ты же говоришь, что ты мирный. Играть за трейдера. Он сказал, что он трейдер вышел. Тут багнулась игра, тут один трейдер всего был. Боти, Зиван и Файвскилл. Я вам жопу сейчас покусываю, понятно? Да не, Зелень, просто черная речь была. Пипец, конечно, у Зелени вкуса. Она всем хочет откусывать жопы. Ну вот прям пипец. Ладно, Финн, давай я еще вот эту сыграю. Я бы с Файвскиллл... А то игра не доигра. Я бы с такой немного испугался. Ты, наверное, еще любишь с плеткой там вот все дела, да? Файвскилл, Финнергот, зайди к ней на стрим, посмотри, пожалуйста, как у нее сейчас имидж. Не надо ничего, за... блядь! Я испугался. Это никак не связано, скажем так, да? What the fuck, это что такое, ты Наруто? А ты сейчас стрим снайпим! Тут где-то килл! А, ну да, можно стрим снайпить теперь. Можно вопрос? А разве если ключик, то он не у всех? У всех. Ну, ключ это командный. У всех, да. А чё, мага, а чё ты тогда ключик стоял, делал? А у него особый ключ. У него ключ капитана. Мага, сучка. И не только файвскилл, еще кто-то с ним стрелял. Ну что, инфа будет какая-то по киллу? Зелень где? Финна нашла. Что зелень опять? Зелень? Не откусила зелень жопу Финаргота. Я спрашиваю, где Финна нашла? Ты же зарепортил. А, да я не знаю, я его не нашла. Уже оправдывается, что саморепнула, что ли? Я его, нет, я его не нашла на самом деле, просто я нашла репорт на... А где ты находилась в момент кнопки репорта? В капсуле, ребята, в начальной капсуле. Да он просто зашел ко мне на стрим и отлетел от увиденного, я вам отвечаю. А Ботю где убили? А, я понял, ты его убила, потому что он понял твою роль. А был кто на лайфлайнах, может, видели, как давно убили? Да не, да блядь. Это, скорее всего, даблкил в капсуле, потому что там что-то очень много народу было.
Да, не разбежались. И там я еще была, но никого не видела. Я даже не увидела, где Финн валяется. Я просто увидела кнопку репорта. Ты что, бэби-трах на админке стоишь? Кенпачи, нет, ты, я ты стою в лабе. Кстати, я сейчас на стриме Финна, и он мирный. Бля. Пиздец, зелень. Кенпачи. Что? Нани! Ты где сейчас? Любительница. Где-то. Грязного секса. Не скажу. Понял. Так а что, мага будет оправдываться? Голосуй. Мне стыдно за этот момент. Так есть инфа, как давно их убили? Сразу? Ну, скорее всего, сразу же. Я не знаю. Бля! А почему тебе должны информацию говорить, и ты не можешь сказать, где ты находишься? А кто в магу продолжил? Я случайно информация обменивается на информацию. Быдло получило по заслугам. Я хз, кстати, за что тебя кикнули. Там просто два человека бросили, остальные по одному раскидали в разных. Як. Wait. Трупу миллион лет. Алло. У нас два килла. Погодите, а Бэби вот не миллион лет? Кто сказал? Бэби недавно убили. Бэби... Зиван сказал я миллион хочу... лет. Подожди, Бэби Трах была с зеленью, куда вы потом... Куда а заходили? Кто сейчас в верхний душ заходил? Я. Я сейчас на дереве. Тист. Подожди, а Бэйби Трах куда ушла? А, нет, погоди, я не на дереве, я провода, по-моему, соединяю. Я соединила провода и... Я не помню. Куда Бэйби делась? Она была с тобой, зелень? Да, мы потом с ней разминулись, и я не помню, куда она убежала. Где ты зарепортила? Мы когда чинили свет... Я никого не репортила. Мы когда починили да свет, я не про она тебя убежала. Смотрите, я по первому раунду и зелень меньше всего подозревал, потому что она странную информацию давала, где она зарепортила. Кенпачи сейчас находился на меди, я зашел в исследовательскую. И Зиван зарепортил... Ну, хотя он мог взять один килл и так далее. Да, я думаю, что Хускус точно трейтер. Нет, точно нет, трейтер. Нет, а нет. Второй, не могу понять, кто. Ну, типа, пока точно... Мне кажется, это артист, потому что по первому раунду я рофлила, а он сейчас начинает меня что ты рофлила? Что ты не можешь понять, где ты находишься? Это рофл? А ты где, артист? Я в исследовательскую зашел. Я сказала, где я нахожусь, что в капсуле. А Кенпачи... Типа, Кудой? Сказала, а труп где? Хускус, а где ты был в первом раунде, когда был даблкил? В первом раунде я был рядом с лайфлайнами. Почти забегал. Понятно, выкинули Хускуса. Ага. Теперь я могу сказать, где я был в первом раунде. Я был на камерах. И сделали килл, когда я переключал камеру. Поэтому давай, я не увидел, кто убил Хускуса. Поэтому я спрашивал, кто был на лайфлайне. Я был рядом с лайфлайнами, и реально, но я забегал на админку. Ну, либо Кенпачи изи, но Хуск, а это я не скипну или ты? Я просто не могу понять. Мага. Я в зелень ставил, ты вообще не голосовал. То есть, погодите, то есть вы серьезно два... Ой, блин. Блять, я не знаю, два голоса его вывели. Это просто, ну серьезно, два голоса просто на изичах. Так чё он ключ стоял делал? Где вы убили Финна? Где был даблкил? А кто голосовал в магу? Не даблкил на лайфлайн. Артист, а теперь понял, почему я не дабл? Можно минуточку попрощаться, господа? Господа и дамы, я пойду. Там давай, это ящик пока. Сидит. Давайте удачных игр вам. Обнял, поднял. Пока. Пока, пока. Ребята, у меня один вопрос к зелени. Зелень, а банан съеден? История умалчивает. То есть им воспользовались по назначению? Бля, иди нахер, да? С банан съеден. Нормально тебе так? Нормально? Нормально? Банан съеден. Она просто не скажет... Она просто не скажет, чем съеден, а так, да. Пошли в шоу, да? Криса, в любом случае, он прошел сквозь губы. Ящер заходил. Да, пошли его срак. Бля, это хорошая погуба. Артист, теперь понял, почему я не давал инфу по первому раунду? Ну, я понял, но все равно это такое, знаешь.
Типа ты ему даже... Ну, я спрашивал, сейчас... кто был на лайфлайнах, все молчали. Ты... А, ну, если... Это я не слышу. Поэтому я не хотел говорить то, что я на камерах видел, то, что ты в боте, труботе где был, сделан. Я видел, где эту боте убили. Я сейчас... Меня Хускус по-наглому убил. А, да. Летай. Но я пока хотел эту инфу оставить. Я думаю, вечер, сейчас... Вечер дождал. Уснул в ожидании. Конечно, она пригодилась. Ты сильно не рассчитывай, мы последние. Да, конечно, как могу по беспределу двумя голосами забрали. Да не, у нас было такое еще с Алешей, типа, позавчера или когда-то. Да. Мы чисто с Лори 2 трейдера проголосовали, в Алешу и выгнали. Бля, еще так смачно Финнергота там убил. Он говорит, типа, ты что, Наруто, я увалю. Ha ha ha.